Глава Центра избиркома Элла Памфилова допустила, что результаты выборов могут отменить на трех участках. В частности, Ростовской и Нижегородской области. Кстати, против секретаря избиркома Ростовской области уже заведено уголовное дело по подозрению в вбросе. У нас, как мы вчера и говорили, по нескольким участкам в трех регионах могут быть выборы признаны недействительными. Это сейчас по итогам той информации, которая поступила сейчас. Если будет поступать еще дополнительная информация, будем проверять и быстро, оперативно принимать соответствующие меры. Что касается остальных сомнительных участков, которые сейчас выявили, будут выявляться, но это уже информация для последующих наших с вами встреч.